В бельгийском городе Брюгге пиво из пивоварни теперь будут доставлять по специально построенному для этого подземному трубопроводу. Местные власти решили не возить напиток в цистернах через исторический центр города, который занесен в список наследия ЮНЕСКО. В течение многих лет грузовики проезжали по уложенным древним булыжникам улицам и разрушали дороги. Было крайне важным найти это решение, потому что если мы хотим работать по-современному, время от времени нам придется впускать грузовики в исторический центр. И это именно то, что нам не нравится, потому что это риск для исторических зданий и улиц. Трубопровод будет доставлять по 4000 литров пива в час в разливочный цех, расположенный в 3 километрах от пивоварни. Строительство трубопровода стоило городскому бюджету 4 миллиона евро, 10% от которых удалось профинансировать с помощью краудфандинга.